Второе упражнение называется «Бульдожка». Упражнение сложное, поэтому выполнять его стоит только тогда, когда поняли, как оно выполняется. Представьте, что вы уже сделали дыхательную гимнастику, затаили дыхание, тянули животик, тянули внутренние мышцы. Делаем неправильный прикус, как у бульдога. Нижняя челюсть уходит вперед. Соединяем плечи, лопатки, локти и ладошки, а подбородочком тянемся к потолку. И только тогда, когда мы сделали упражнение, пошел отсчет. Вдохнули и очень медленно вернулись в исходное положение. Приступаем к выполнению упражнений. Вдохнули и медленно вернулись в исходное положение. Когда затаили дыхание, втянули животик, подняли его вверх, обязательно зафиксировать это положение и только тогда приступать к его выполнению. Умнички, молодцы!